улица Бакулинская. Все, как вы думаете, здесь почти нет снега, но на самом деле он есть. Вот он, блин. Он не жидкий ни хера, нифига. Можно сейчас идти и наслаждаться этим. Да. Соответственно, вот так выглядим. Вот сколько до хера снега, но он, сука, не лепкий. Да, у меня слышал, он не лепкий. Еще ветер такой нормальный. Где-то минус 1 градус. Я здесь так будет полагать. Ну, блин. Это Ломоносово, там Бакулинская, там Казармин, он та пятиэтажка. Это уже, это 9 января. Ну, что, я все вам скажу.